Коваль, он живет в пагоде в центре города. И отряд грязных копов сторожит его на каждом шагу. Он редко бывает один, разве что встречаясь с барыгой рядом с площадью. А в ближайшем переулке у него стоит крутая европейская тачка. Вот и все, Мика. Позвони мне, когда запомнишь. На большие с морепродуктами! Все свежепойманное и свежесорванное! Заходите в мой магазин! Эй, вы двое! Не зевайте! Нечего тут жопы просиживать! Сюда никто не должен попасть без разрешения! Нет, сэр! Сэр, да! У нас есть пиво! Наш секретный ингредиент... Чтобы я тебя не нашел. Дырка, но я все равно. Здесь кто-то есть? Эй, я офицер полиции, и я тебя задержу, кто бы ты ни был, понял? Yeah.
Его кто-нибудь видит? Он прятался здесь. У нас проблемы. Обыскать место. Хотел бы я быть одним из вас, парни. Это наше дело. Подайте монетку старому дураку. Эй, тут же кофе! Скотина! Камами, вино, как он кентекер, симиамор. Что принесло твою мрачную лысину в мое жилище? Мне нужна информация. Так это же мой бизнес, информация. Тебе нужна информация, у меня и она бесплатно, есть. Бесплатно, конечно. О, ты чертовски прав. Не бесплатно. Девушка зовут Виктория. Агентство ищет ее, я хочу знать, зачем. Не-не-не-не-не-не, стоп. Агентство? Я должен сунуть нос в дела агентства? Ты чего, псих? Да, ты псих. Ну ладно, и сколько ты готов выложить? Назови свою цену. Ну... Твои... Инструменты. Слушай, что говорят на улицах. Если кто-то упомянет девушку, ты знаешь, что делать. Я тебе позвоню. Позвонишь. Ты ждешь. Чего же? Но есть шанс. Я бы отрядил отвезти команду, но это работа не для Мола, а для Скайлера. Я 47-й. Зачем ты это сделала? Беги вместе с ней. Она не должна остаться.